Приветствую на Ukraine на iPhone. Сегодня мы будем, как бы это дико ни звучало, но играть в бутылочку. А заодно знакомиться, общаться, целоваться и даже дарить подарки. Ведь обозреваемый социально-играбельное приложение «Бутылочка». «Бутылочка» в подробностях воссоздает одноименную забаву. Есть игровой стол и 6 игроков, парней и девушек. Есть крутящаяся бутылочка, которая образовывает пары. Пары целуются, игроки выказывают симпатии друг другу, общаются в чате и даже делают сюрпризы. На каждого игрока заводится анкета, которая отображает его активность в сети, полученные подарки, а также позволяет наладить знакомство, начав переписку. Можно заглянуть в привязанную к бутылочке социальную сеть, правда, не бесплатно. Звукового сопровождения процессу игры не предусмотрен. Вы либо слушаете звук тикающих часов, указывающих на количество оставшегося на ход времени, либо звук вращающейся бутылки. Беспристрастная бутылочка может предложить поцеловаться двум парням или девушкам. Правда, вы вольны отказаться. Помимо непосредственно игрового меню, приложение содержит рейтинг самых зацелованных игроков и лотерею бонус. Лотерея присутствует не напрасно. Почти все игровые действия требуют внутренней валюты – бутылочек. Их придется либо покупать, либо выигрывать в лотерее. Но тут есть нюанс. Играть можно не чаще, чем раз в 4 часа. Игровую валюту, естественно, можно докупать за реальные деньги. Вся информация о пользователе содержится в его персональной странице, доступной с главного окна. Это был обзор приложения «Бутылочка» на Ukrainian iPhone.com. Меня зовут Йонас, спасибо за внимание.